Глеб Саныч. Вот и все. И весь каток. Две аллеи и два катка овальных, прямоугольных. Но прикольно. Ну, лед очень плохой. И снегом занесенный, нечищенный. Вот нарезанный лед лежит и сам по себе неровный такой, бугристый. Тяжко. А еще проблема в том, что много детей. Только нужно аккуратно кататься. Тут стоять бы на ногах. Открывается каток в 12. Мы приехали в 12:30. Было еще немного людей. Сейчас где-то час. И уже вот людей побольше стало. Думаю, вечером здесь совсем много людей. Зато бесплатно. Что не может не радовать. Вот так жутко выглядит выход из раздевалки на каток. Очень тяжело. И заходить, и выходить.